Привет, это я Пару Скрим, и я себя считаю рекордсменом по антирекордам в Майнкрафте. Ну как сказать, почему же? Я занимаюсь благотворительной деятельностью, отдал топочку суперзачарования на алмазной броне утопленнику, потом то же самое пиглину. С чего же такая щедрость? В этом видео вы узнаете шансы погибнуть от той или иной ситуации, насколько можно быть невезучим, а также как стать самым щедрым майнкрафтером. Итак, первое, что можно рассмотреть, это про то, как меня крякнул утопленник. Что же тут рассматривать? А по сути тут рассматривать нечего. Стоит Ванечка в АФК и его убивают. Все, проходит 5 минут, ресурсы исчезли. Но есть какой-то шанс, что утопленник подобрал броню. Какой же это шанс? А шанс равняется 100%, поэтому он их подобрал. Но где он сейчас? Наверное, где-то на Мальдивах. Попивает коктейль и благодарит судьбу за такой подвод. Пока на расслабоне ночи. Но на самом деле, это не самое интересное, и почему я вообще решил это видео записывать. У меня было просто ужасное, отвратительное настроение, что все, я опять потерял. А что же я потерял? Готовьтесь, история очень интересная. Блуждая по Незеру, я наткнулся на бастион и обрадовался, ведь мне как раз нужен фрагмент или узор для создания незеритовой брони. Зайдя туда, я аккуратно расчищал путь. Избавившись от неприятностей, я наконец подошел к нужным сундукам. Как вдруг спавнится магмовый куб. Давайте начнем. Время между спавном одного моба после другого составляет от 10 до 39 секунд в спаунере. И я в этот промежуток попал и находился прям рядом со спаунером, под ним. Продолжим. А рядом была яма, в которую я благополучно шлепнулся. И у меня осталось ровно 2 сердца. А я напомню, что у взрослого Хоглина на уровне сложности сложно. Урон начинается с 4 единиц. Как раз эти 2 сердца. Ладно, ну так вот. Да куда я упал, был, ну очевидно, Хоглин. Ну хорошо, у меня сильный меч, броня, я смогу отбиться. Он на меня бежит, я на него навожусь и ударяю, как в эту же секунду у меня срывает сенсор на мышке. И он меня убивает. Какой же шанс, что в эту секунду у меня мог слететь сенсор? Да, и даже это я считал. Сейчас будет очень жестко и умно. Мы имеем дело с простейшим паусоновским потоком событий. Это такой поток событий, для которого вероятность появления событий за время определяется формулой Пуассона. Да, это жестко. Итак, пользуюсь я мышкой 333 дня. Это... больше, чем 28,5 миллиона секунд. Ну офигеть! Нафиг я это все считал? Окей. Я замечаю небольшие сбои в мышке где-то 2 раза в час. Итак, интенсивность у нас равна 2. В одном часе 3600 секунд. Тогда эти 28 миллионов секунд это 7992 часа. Теперь формула. И мы понимаем, что шанс срыва мышки в эту секунду был равен где-то 0,726. Но рядышком был пиглин, который мог спасти хотя бы мою броню. Какой же шанс, что пиглин победит Хоглина в одиночку? Определенного шанса нет, но победа Хоглина более вероятна. И поэтому мои ресурсы не спасены. Да, я согласен, это очень душно, и от этого мозг взорвется. Но не надо воспринимать это всерьез. Это, так сказать, показ, насколько можно быть невезучим. Ну что ж,
Сегодня мы выяснили, насколько же я невезучий. Вы узнали, как стать самым щедрым. Не знаю, зачем вы этот ролик смотрели, но я большинство таких роликов смотрю, когда мне делать совсем нечего, вернее, смотреть нечего, потому что это так и есть, смотреть почти сейчас нечего. Поэтому спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если вам понравилась такая ерундистика, пишите в комментариях. Может быть, еще что-то придумаю. У меня каждый день какая-то ерундень происходит, поэтому пока.